Я приветствую всех любителей спорта, с вами Дмитрий Гамбоев и программа «Лига чемпионов». И в этом выпуске мы вновь говорим о футболе. Представляем вашему вниманию очередной обзор матчей Кубка Бурятии среди команд любительской футбольной лиги. Кто праздновал победы в детском футболе? Подведем итоги двух масштабных турниров. Это «Локобол» и «Большие звезды светят малым». Расскажем и о флагмане нашего футбола сборной Бурятии, которая сыграла очередной домашний тур с Алтаем и Бийском. Это любительская футбольная лига Бурятии, первый дивизион. Играют Тевиком и Сотникова. В упорной борьбе и суемой нереализованных моментов удача все же оказалась на стороне тевикомовцев. Победа 1-0. Работы предстоит много, очень много не реализовываем. Создаем, но не реализовываем, не хватает последнего завершающего удара. Будем работать, одна победа, одно поражение. Турнир только стартовал, будем играть. Еще один матч на поле ФСК, проходивший в субботу 4 июня, это противостояние между «Сменой» и «Соколом». Второй дивизион любительской футбольной лиги Бурятии. «Смена» — это парни из Заиграевского района, они в зеленых манишках, «Сокол» в синей форме. Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу «Смены». Отличились у победителей Павел Запольнев, Алексей Черных, капитан команды Александр Батурин и дважды Александр Марченко. У «Сокола» голы на счету Даниила Деева и Анатолия Павлова. Сегодня играли третий тур Кубка ЛФЛ во втором дивизионе. Наша команда «Смена» встречалась против команды «Сокол». Матч закончился со счетом 5-2. Неплохой матч, обе команды равные. Но во втором тайме мы больше реализовали своих моментов. Спасибо соперникам и поздравляю нашу команду. Любите футбол. А это уже воскресенье, 5 июня. На футбольном поле команды ЦСКА, они в оранжевой форме, и Алханай в синей. Победу в матче праздновали игроки центра скупки автомобилей. Счет 3-0. Голами отметились Евгений Виноградов и дубль оформил Евгений Кочетов. С ребятами как бы давно тоже тренируемся, с Алханаем вместе, как бы, дружественная, как бы, можно сказать, игра была в каком-то моменте, до какого-то момента, до определенного. Но тем не менее, как бы победили, соперник достойный, в упорной борьбе, можно так сказать, победили. Всем спасибо. На поле приглашаются коллективы, играющие в первом дивизионе, «Навбахор-2» и «Сотникова». В белой форме гости из Узбекистана. Они одерживают уверенную победу со счетом 7-0. Вот лучшие моменты матча. Игра была с нашим против команды Сотникова тоже. Сильнее был, не получился. В счете 7-0 выиграли. Всем спасибо, что команда наша и наши ребята тоже все хорошие, активные играли. Продолжаем футбольные баталии между командами первого дивизиона матчем между Кижингой и Наушки. В белой форме Кижинга они побеждают со счетом 8-4. Хет-трик оформил Виталий Гуражапов. Также свои моменты реализовали Алдар Бальжанимаев и Баир Бальжанимаев, Алексей Цыденов и Иннокентий Иванов. У Наушек был хорош Сергей Арсентьев, который положил трешку и не ушел с поля без забитого мяча Александр Фролов. Отметим, что первый тайм и начало второго команда Наушки держалась молодцом и играла на равных с кижингинцами. Но их подвела короткая скамейка. А вот кижингинцы, напротив, имея много запасных, бегали в свое удовольствие. А учитывая, что в их составе имеются физически выносливые и при этом техничные игроки, результат вполне закономерен.
выиграли вторую игру. Уже две серии, получается, у нас победы. Получается, хорошие пацаны, очень заряженные. Хорошо поиграли, выиграли на ушки команду. Еще что, отмечу, Виталий сегодня хорошо сыграл, хет-трик забил, Гуражапов. Еще кто? У нас полевой воротчик стоял, Баин Дугаров, тоже хорошо стоял. А так по игре все хорошо, пацаны физически тоже хорошие, не уставали. Соперник хороший, да, была тяжелая игра, первый тайм отыграли хорошо. К сожалению, во втором тайме чуть-чуть подослабли, потеряли концентрацию, поэтому пропустили много мячей. Но в целом игра неплохая, есть над чем поработать. Так что будем стремиться только вперед, вперед. Так, все молодцы, всем спасибо. Завершаем наш обзор матча «Алга-Импульс». Это первый дивизион. Все решилось в первом тайме. «Алга» забила 3, «Импульс» 1. У «Алги» она в зеленых манишках, голы на счету Исмадияра Халбаева, это, к слову, голкипер команды, а также дубль Нурсултана Асылбекова. У «Импульса» единственный гол забил Николай Соборов. Здравствуйте, любители футбола. Спасибо команде «Импульс» за игру. У них, видимо, звезды не пришли. Были удачи на нашей стороне сегодня. Живите футболом. Здоровья. Всем удачи. Алга вперед! А вот результаты остальных матчей, прошедших выходных. В региональном этапе фестиваля «Локобол-2022» среди мальчиков 2012 и 2013 годов рождения первое место у «Спарты», второе у «Спартака» и третье у спортивной школы Олимпийского резерва города Гусиноозерск. Среди детских команд 2010 и 2011 годов рождения чемпионы спортивная школа номер 6, серебряные призеры «Кижинга» и бронзовый «Голиадор». У девочек 2010 года рождения первые «Гвардия» Бурятия, вторые «Селендума», третий «Кижинга». Отметим, что благодаря своей победе среди детских команд республики спортивная школа номер 6 получила право участвовать в межрегиональном финале турнира «Локобол», который состоится в конце июня в Улан-Удэ. Еще одним масштабным событием в мире детского футбола стал традиционный турнир «Большие звезды светят малым» дивизион Владимира Граната. Среди команд мальчиков 2014 года победили «Голиадор», второе место у «Спартака», третье у «Лары». По 2013 году чемпионы «Спарта», серебро у спортивной школы номер 6 и бронза у «Спартака». Среди девочек первые «Ацула», вторые школы-интернат 22 и третьи «Новоселенгинская школа». Отметим, что команды победителей 2014 и 2013 года рождения получили право представлять Бурятию на всероссийском финале в городе Анапа, а также сертификаты на сумму в 300 тысяч рублей, выделенные лично Владимиром Гранатом на эту поездку. Порадуемся за успехи футбольного клуба «Бурятия». Ранее наша сборная вернулась с выездного тура и привезла 2 очка, сыграв сухую ничью с «Полимером» из Барнаула и разойдясь миром со счетом 2-2 с «Торпедо» из Рубцовска. В эти выходные «Бурятия» провела 2 домашних матча с командами из Алтая и Бийска. Коллектив из Алтая наши парни победили со счетом 7-0. Со «Строителем» из Бийска сыграли в ничью 1-1. 10 июня «Бурятия» примет у себя гостей из Иркутска. На этом, дорогой мой зритель, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующую среду в 20:10 на телеканале TV.com. Также вы можете посмотреть выпуски программы и матчи в полной записи на YouTube-канале «Лига чемпионов 03». Занимайтесь спортом или хотя бы не вредите своему здоровью. Мир вашему дому!